Уважаемые зрители телеканала ТВ, я присоединяюсь ко всем поздравлениям, сказанных в ваш адрес. Желаю внутреннего позитива и огромных сил для новых свершений в наше нелегкое, но интересное время. И вот такое небольшое стихотворение для вас. Знает народ, что Новый год разный. Что-то берет, что-то дает сразу. Тортик разрежь, медленно ешь сказку. Вихри надежд, ярких одежд краски. Будем блистать и хохотать, елка. Папа плясать, в костюме играть, волка. Дочь визжать, куклу спасать, зайку. Мама снимать, не сосчитать лайков. Старше на год, больше хлопот нужных, тяжесть забот. Осилим вот-вот, дружно. Слышу, пешком идет напролом. Люди, это ваш дом. Приходит тайком чудо. Еще раз вас с Новым годом. С уважением специально для зрителей ТВ, ваш поэт и кинорежиссер Юрий Батоев.